Ну что, давай поговорим один на один. Обсудим рождение, эпизоды из жизни, мой опыт и страх и детали картин, которые в комнате темной повисли, которые пахнут черной смолой. Это прошлое в воздухе и надежды иллюзии. Нет, я не сломлен, но и я не киногерой. Ну и у каждой истории есть свои плюсы. Я бежал, кричал, падал, вставал с окровавленным сердцем и разбитой душой. Кто-то сверху на меня смотрел и подавал мне сигнал. Он, наверное, следил за моей красивой игрой. Я всегда стремился, хотел быть первым. Да, я жаждал любви и хотел быть любим. Ну, пройти весь путь от начала, браво нерву. Отключаю эмоции, ставлю спящий режим.